В альбоме ритм плеховского тимони соединился с американским барабаном, а народные распевки – с пластичным саксофоном. Публика эксперимент оценила. Бонус к почетному званию победителей – 50 эфиров на радио «Джаз». Вообще это очень важно, потому что я буду рассказывать о том, что мы делаем, что делает Курская область для этого. И мне кажется, это очень важно доносить вообще до широкого слушателя, ну, просто рассказать о джазовой провинции. Ведь это огромный проект, которому 25 лет. Теперь, наверное, сможем немножко больше говорить о себе и о том, чем занимаемся мы и чем занимается Курская область в культуре. Над пластинкой работали Леонид и Николай Винскевичи, виолончелист Борис Андрианов, фольклорный хор из Суджа «Ростань», а также американские музыканты Джоэл Тейлор, Кип Рид, Майк Миллер и легенда мировой музыки Билл Саммерс.